Привет! Пока вы все сидите дома и не знаете, чем еще себя занять, самое время исполнить давнюю мечту и научиться играть на музыкальном инструменте. При этом не обязательно тратить годы на изучение нотной грамоты и постановки рук. Мы подобрали топ-5 инструментов, которыми можно овладеть буквально за пару дней. Достаточно только вашего желания и любви к музыке. Погнали! Укулеле – очень распространенный инструмент, похожий на гитару, только вместо 6 всего 4 струны. И корпус совсем маленький, что освобождает вас от таких проблем, где хранить инструмент, как его носить с собой и так далее. У меня в руках укулеле фирмы Parksons. Это модель UK24Z. Верхняя дека у нее из цельной ели, а сам корпус изготовлен из ламинированной древесины с вот такой красивенной текстурой. Далее суперкомпактный синтезатор от компании Yamaha. Модель PSS-F30. На борту большое количество разнообразных тембров, ритмов, а самое главное, есть функция автоаккомпанемента, благодаря которой из простых мелодий, даже без знания музыкальной грамоты, можно создавать полноценные композиции в разных жанрах. С этим инструментом время пробежит незаметно как и для вас, так и для всех ваших домочадцев. Барабаны. Куда ж без барабанов? Представляем вашему вниманию прекрасный инструмент Alesis Compact Kit 7. Эта компактная, недорогая барабанная установка позволит самому создавать качественные биты или же просто джемить под встроенные аккомпанементы. А главное, соседи могут даже не догадываться, что вы барабанщик, благодаря возможности играть в наушниках. Губная гармошка. Наверняка мечта многих научиться играть на этом инструменте. И моя, кстати, тоже. Для примера я взял гармошку Silver Star от фирмы Honor. Это одна из самых популярных и недорогих моделей, которая отлично подходит для обучения. В YouTube есть масса видеоуроков. Кстати, ссылка на них в описании. Но вам не придется тратить дни, чтобы сыграть первые пару аккордов. В нашем ассортименте есть огромный выбор гармошек от ученических моделей до инструментов топ-уровня, на которых играют профессионалы. Вдобавок, этот небольшой инструмент будет не стыдно преподнести в качестве креативного подарка. И в заключении, замечательный инструмент, который называется казу. Достаточно просто попеть в эту дырочку, и веселье на целый день вам обеспечено. Это были простые в освоении и недорогие инструменты, но при достаточном желании, с чуточкой терпения, можно совсем скоро начать создавать интересную музыку. Здорово развлечь себя и своих близких, а записывая свои успехи на видео, даже стать королем YouTube. До новых встреч на нашем YouTube-канале. Ссылки на все эти инструменты вы найдете в описании к этому видео. Жмите подписаться, ставьте лайки. Пишите комментарии и не забывайте про звоночек, чтобы в числе первых посмотреть наше следующее видео. Берегите себя. До встречи.